Почти 40 лет она преподает биологию. Наталья Чеботарева – педагог из Сызрани. Первая и единственная получает звание – народный учитель Самарской области. Губернатор вручает ей удостоверение под номером 1. Это просто моя жизнь. Я, во всяком случае, ловлю себя на мысли, что до сих пор иду на работу с радостью. У меня нет своих детей. И поэтому для меня ученики – это моя семья. В праздничный день почетными званиями и грамотами губернатора награждают 11 педагогов и работников образования. Кроме того, в Самарской области становится на одного почетного гражданина больше. Звание удостоен ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников, который уже 15 лет возглавляет вуз, а также является председателем Совета ректоров региона. Сейчас в губернии 18,5 тысяч учителей. С 1 сентября этого года кадровый резерв пополнился еще на 1 000 молодых педагогов. Надо воспитывать таких, которые могли бы побеждать, конкурировать в итоге на самом высоком уровне. Хоть с японцем, хоть с американцем, учитель, подготовивший вот этого ученика, он будет получать не премию, а постоянную доплату на 5 лет, а в течение 5 лет он должен воспитать еще одного победителя. Логика такая, потом через 5 лет кончает следующий срок еще одного. Таким учителям будут выплачивать от 2,5 до почти 70 тысяч рублей.